Давайте приготовим быстрое и вкусное блюдо отбивные из куриной грудки на сковороде. Это исключительная сочность и нежность куриного мяса в хрустящем кляре. Порционные кусочки куриной грудки нужно уложить на разделочную доску, накрыть пищевой пленкой, либо в моем случае полиэтиленовым пакетом, и хорошо отбить молотком. После пленку снять и перевернуть кусочек, снова накрыть и отбить с другой стороны. Получившиеся куриные отбивные натереть солью и перцем. В одну миску разбиваем яйца, солим, перчим, натираем чеснок и наливаем молоко, после чего все это хорошо взбить. Благодаря кляру отбивные из куриной грудки сберегут сочные качества и будут невероятно хрустящими. Сковороду ставлю на небольшой огонь и наливаю растительное масло. Обваливаем филе в муке, в яичной смеси, которую мы приготовили, и в панировочных сухарях. Отправляю жариться до золотистой корочки с обеих сторон. Готовятся они очень быстро, а получаются очень вкусными и сочными. Такое явство прекрасно дополнит семейный обед или ужин. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь. Я желаю всем приятного аппетита!